Всем привет! Привет. На канале Настя Го. И мы продолжаем. С вами Гвоздь. Story Mode. Майнкрафт. Поехали! Поехали. Рубен, where'd you wander off to? Get your pork chops here. Fresh off the boat. Нас его вы называете? Ты чё? Мясницяра, забрал нашего Рубена. Как сочная отбивная. Рубен! What's the big idea? Что ты говоришь? У меня тут мясной бизнес. That's my pig. Это мой поросенок. Ты похитил моего поросенка. Well, я не понимаю, о чем ты слышишь, барышня. Я нашел ты сегодня на улице. Not the fattest pig I've ever seen. Он не еда. Well, he should cook up real nice. Он мой друг. Please. He's my friend. Пожалуйста, это мой друг. To me, he's inventory. I might be amenable to some kind of trade. Not that you look like you've got much of value. I gotta get some kind of return on my investment. Пригрозить мечом. Give me back my pig. Дай сюда мою свинью. All right, you little maniac. Ладно, маньячка малолетняя. Бери, она твоя. Yours. Вот это вот. Ну, вот это я понимаю. I'm sorry, Ruben. Прости, Рубен, я везде искал, что парни не заметила, что тебя уже хотят на сало пустить. Рубен, ну что ты? Опять он? Наша подруга. Иди к нашей подруге. Ага, иду. Так, подруги. Он нас Рубен. Remember that thing I had to do with Petra? Long story short, короче говоря, мы встретились с этим чуваком, и он с Петрой облапошил. И мы его, короче, уже ищем. You in? Oh, I'm in, all right. Ну, конечно, я с вами. Any sign of him? I thought I saw him earlier. Я думал, что заметил его. But it was just a false alarm. Wait, there he is. Вот он. Looks like he's heading towards the hall. Кажется, он идет в зал. We're gonna have to get past that usher to follow. Так, нам нужно как-то обойти. Вперед. So. Yeah. Эй, бородач, пропусти нас, короче. What would it take to get us inside tonight? Как нам попасть туда, ну? Tickets? Билеты есть, блядь. Ну это очень важно, ты. But we're actually on an important mission. Yeah. I don't see this meeting. Надеюсь, ваше задание не помешало вам приобрести билеты, иначе... Chicken! Курица! Chicken! Курица боится. It's totally fine. Принесло, я тебе так признателен, короче, мы вообще. Like what? The show has been sold out for ages. Так, could bust right through. Он бы не почём не пропустил. As long as he's there, we won't be able to get inside. We need a distraction. A lot of chickens running around might be a distraction. The usher is afraid of chickens. What would you say if I told you I want to break this guy's chicken machine to create the mother of all distractions? Okay, what? But you have to break that pane of glass. How are you going to reach it? Let's look around. There has to be something we can do. Что мы можем сделать? Нам надо знать, что я дивилась видео. Так. Папа, погнали. Иди вон туда. Надо вот это купить. Надо понял, вот понял, это сейчас купить. Мы сейчас это сделаем. Купить. I bet I could reach that glass with a slime block. Понятно. Oh, привет. О, привет, снова встретились. Звини, ну, slime block, один блок слизи, пожалуйста. We don't give out slime blocks. Мы не предлагаем слизь блока, just только slime в ямах. We've got a limited supply today, and we're only giving out two per customer. You could craft your own slime block if you had 9 slime balls. I'm really sorry about earlier. I honestly thought you were someone else. Apology accepted. Round of slime balls for everyone, please. Wait. Тут только 8 метров слизи, нам нужно еще одно, чтобы сделать блок. Окей, нам нужно найти способ добыть еще слизи, быть еще слизи, да побыстрее. Где? 8. И еще. Где? Да нам хватает. Не, надо 9. 9? А. Может, у него позыть? У кого? У того дурака. Чиня моя. Нет. Значит, надо идти назад. Идем. Где-то у кого-то было, я помню. У кого-то что-то было, ну да.
это надо тоже. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, дайте на. Опа. Чувак, Лукас. Лукас. Можешь оказать мне одну услугу, парнишка? Anything's possible. Все возможно. I need slime balls. Нужно ее оброслить. I swear I have a really good explanation. Да. Whatever you guys are doing. Что вы там не затевали, я с вами. Thanks, Lucas. Спасибо, Лукас. Я же говорил, он может быть полезен, этот чувачок. Remains to be seen. Берем его в команду, а там будет видно. So you guys are holding together long? You've got good chemistry. Так, раз. Be jealous? I'm just saying, I think it's cool you have a team that works so well together. You're totally jealous. How's it going, Jesse? You know how to do this. A slime in every slot, and every slot, a slime. О! Да, все, блок слизим. Та-да! Один блок слизим. Gross. I'll take that. Right there. It's all you, Jesse. Тебе, give me a boost. Подтолкни меня. Чак. Возгон. Да. Ну, давай. Ходо! Курки его навалили. Курицы ее будете сидеть и надают. Так, пошли. Сиви лапами. Where'd he go? Куда он делся? Куда делся этот бородач? Вот, а through вот. That door. Через эту дверь, погнали. Не, Винисус я злобить. What do we do once we catch him? Что будем делать, когда найдем его? There are a million ways to play this. But considering this isn't my fight. Свою собственность, конечно, вежливо. I'll follow your lead. We politely ask for what's ours. Short, sweet. Коротко, милый, по существу неплохо. Not bad. Ну, пойдем. Готовы? Ready. Ну, идите его. Быстрее. А то если сейчас и сушите, я злобить. И сейчас нам кванты будет. Не знаю, сейчас мы можем попробуем опять. Малябу. He must have gone out another way. О, вот тут уже будет, знаете, кто? What is all this? Looks like it used to be the basement. Тут будет голем. Weird place to have a hideout. I bet you anything I'll find over there skull here. And if we find anything else cool to steal along the way, so be it, right? Мы можем это прихватить. Axel, that's not what we're here to do. I said we should ask politely. Вот, ему надо. If the guy's not here, we can't ask. So I say, we take. I don't want to stoop to his level. But isn't that the best way to get back at him? Просто разыщите чел. Let's focus on finding the skull, not stealing. Nobody ever lets me have any fun. We let you hang out with us. The faster we find what we're looking for. The faster we can get the heck out of here. Так. Тут сейчас будет голем. Вот это будет голем. Так, что нам делать, что нам делать? Ты знаешь, что делать? Нет. Но я знаю. Mostly stuff about brewing. Так, все для варки пива. Да. Что делать, что делать, что делать? Опа, Петра. Петра, здрасте, мам, здрасте. О, hello. Привет. Too heavy. Yeah, too soft. But super flashy. No, yeah, I don't think this guy does much fighting. Да, hey, you still have that one stone sword, right? Yeah, I had to wait for this jerk blood butcher earlier. Болваном мясником, you know, ну, чтобы спасти to save Ruben's life. Impressive. You're keeping it. I thought it was too soft, too heavy. It still might come in handy. And it is super flashy. Да, он очень эффективный. Ой, там я кого-то вижу. А, это вот этот потянушка. Смотрите, зелье можно возьмем. Затейливое зелье. Ooh, take a look at this. You're not gonna believe me. Сейчас мы возьмем. Зелье давай снимем. Dream about this. Okay, potion. I know this is a big step, but I saw it first. Yoink. Hey, what the? Что происходит? There's no way he won't notice. Он обязательно заметит пропажу своего замечательного зелья. A good thief always covers his tracks. Хороший вор всегда заметает следы. Fixed it. Готово. Oh yeah.
The perfect crime. Да, это идеальное преступление. Ой, не нажимай. Понял, что еще надо делать? Пожалуйста. А что делать? Смотри, у нас есть зелье есть. Ну. Это зелье мы должны кинуть. А может лучше нажмем специально? Это надо что-то говорить. Может Рубину что-то скажет? Не. То куда идем? Давайте лучше нажмем на рычаг. Понял. Идем нажимать на рычаг. Так, потянуть рычажи. Yes. Вот так. What the hell is all this stuff? Ой, it was everywhere on the nether. What about that block in the middle? I've never seen one of these before. I wonder if I just take a closer look. Do you feel that? It's almost pulsing. How is it glowing like that? Maybe it's some kind of machine. If it is, it's not like any machine I've ever seen. Don't forget what we're here for. Find that skull. Шундук. Па-па-па-па-пам. О! So, good news, weird news. Жутковатая новость. I found the skull. But what the hell? Why'd I risk my neck for that skull if he's got two of them already? He was in such a hurry to get it, too. There's gotta be something bigger going on here. Maybe I were some kind of коллекционер, охотник за трофеями. Trophy hunter? Or he could be collecting them to make a bunch of banners. I think I know what's going on here. Soul sand. Plus three wither skulls. That's the recipe for a wither. Wither? That's one of the worst monsters there is. We came down here to find the skull. We found it. Maybe we should just grab it and get out of here while we still can. Guys, scatter! Да бези, папа, пидор. А, это Don't этот you чувачок. Recognize me? Oh, wait. Surprised to see me? No, that's not good. Thought you were rid of me, так, didn't он репетирует, you? Как он встретит кого-то that's там. Better. Так. Все попрятались. Не понял. Что-то вообще. Свинка, ты вообще молодец. What was that? Что это было? Who's there? Кто здесь? Привет, hey, Тайло. You. What are you doing here? Что вы сделаете? What did you что вы видели? Leave her alone. Оставь ее. Yeah, back off, pal. А, прочь, приятель. You two. Вы? Did you follow me here? Вы что, следили? You thought you could just screw us over and get away with it, воду, didn't да? you? Well, we're here to prove you wrong. Are you going to do about it? Ну, по-любому. I have what I want, and you have exactly what you earned. Сделайте сейчас бой. Мы видели твоего иссушителя. Soul sand and three wither skulls? Хочешь построить иссушителя? Huh. Smarter than you look. Не, о чем кажетесь? Hey, nobody talks to my friends like that. Now shut your mouth. Well, or else. Enough. You've wasted too much of my time already. Where'd he go? Don't you won't leave of your own volition, I'll happily remove you myself. Oops. Oh, он взял голема. Show our friends the door, will you? Покажи нашим друзьям дверь. Я говорила, зря ему. Почему? Все лаем. Дали ноги. Мы дали ноги, Настю. А сейчас, впервые за всю историю Крайкона, мы с гордостью объявляем единственный и неповторимый Габриэль! Да, мы хотим... Я житель, мечей Габриэль! Любим тебя! Габриэль! Спасибо! Вы со мной! Мы со мной!
Mr. Bird, you okay? Мы с нами сейчас даже не так, ребята. Guys, что творить? Что делать? Where's Lucas? Где Лукас? I thought he was right behind me. Well, if he's not here, the only place he could be is. Может быть, только он. He's still down there. Все еще I've always got an iron golem and all the ingredients to build a wither dome. If he were to unleash it on this crowd of people. We have to act fast. It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building. I felt a lot of pressure. Ask Gabriel for help. This is the smartest way to help Lucas. He's tough. I just hope he's tough enough to hold out a little bit longer. We need Gabriel to get Lucas back and to deal with everything else we saw down there. We're doing the right thing, Jesse. I just hope Lucas can hold out against that golem long enough for us to get help. Come on, then. Let's crash this party. Каждый может стать героем, надо просто... На что? Знаете что, сейчас мы пробьемся и нам капут. Не будет нам капут. We've just gotta push through this crowd to get to Gabriel. Начните верить сегодня. У меня есть несколько вопросов. What was her favorite food? Bread. Next question. Yes. Next. Да, дальше. What question do Какой у вас вопрос великому Габриэлю? Подземелье монстр. I saw something scary in the basement. This creep's been building a monster down there. Этот идиот строит там внизу монстра, говорю тебе, он представляет угрозу. Is that so? Действительно, что он спец по угрозам. Trouble is what I do best. Точно. I'm not making it up. We really need your help. Нужна твоя помощь, Габриэл. Perhaps we should have this checked out. Может, надо проверить? I have a question for you. Excuse me, sir, you'll have to wait your turn. Just tell me first. Do you really believe anyone can be great? With enough hard work? Yes. Was that where I went wrong? I simply didn't work hard enough? Ivor? Ivor? Is that really you? Это правда ты? How dare you interrupt like this? That's the guy who attacked us in the basement. I wish I could say I was surprised. If it surprises you want, you're in for it. Скоро будет. Why don't you tell them the real story, Gabriel? I see time has made you bitter. And it's made you an even bigger fool. Now these people were promised greatness, and I'm ready to deliver. Кто-нибудь, остановите его. I'm sorry, this is how they had to learn the truth. Gabriel, you have to stop him! Nothing built can last forever. Ничто не вечно, Габриэль. No! Айвор, нет! Вот это еще шутище. Рейчер, вперед! О! Ой-ой-ой. Я не успел. Глубокий себя сияет. Батите, я говорила, что лучше не знать. Смотри, как он растет на. Everyone take off. This foul beast is no match for me. Creature, attack! Монстр вперед! Что ты сделал? Gabriel! No, stay away! Нет, не подвинь меня. It's after me, not you. Look at him! The mighty Gabriel! Looks like true greatness is out of his reach. He may not be able to defeat this creature, but I can! Creature! Monster! Retreat! Creature! Retreat! Retreat, I said! Retreat! Ivor, what are you doing? Oh, no need to be alarmed, my friends. I have an elixir that will destroy this creature. That potion? Is that? Uh-oh. What? Impossible.
Мальчик, вот. Мальчик, сачке. It's the wrong potion. Jesse, you've got the real one. You thieves, you're ruining everything. Jesse, throw it. It's protecting itself. Without the command block exposed, the potion is useless. It wasn't supposed to happen like this. Не должно было случиться. Ivor, you coward, come back here. Джесси, help me! Все, короче, начинается паника. Эй! I must get to the temple. Yes, yes, no. What needs to happen next? I can't do alone. Follow me. Короче, все начинают убегать. Убегать и даже какие-то. Помогите! Помогите, спасите, пульса хватит. Прочь, какие-то русы. Пульса хватит, пульса, перестаньте нам. Так, для движения вперед. Так, есть. Опа! Достаивался, чувак! Да, запрыгался вообще. Чикарно! Лукас! You guys just left me down there! Опросили меня! No! Нет, мы пытались предупредить ее умели, позвать на помощь. Джесси! Джесси! Do we still have everyone? You must set out for my fortress. Так, погнали, we'll be better protected. Ребята, не надо сидеть на месте. Вот от этого она и завалилась. Она нынешними глазами все выбирает. Я даже там! Thanks for that just now. Спасибо за помощь. Now we're even, right? Просто теперь мы в расчете. Ну, спасибо, хоть что поломаем. Incoming! Ой-ой. Бежим. Тихо-тихо. Я! Опять! Да!
Скорее в храм. The inner chamber is built entirely of obsidian. We should be untouchable in there. Ага! Вышли! А я тебя люблю. Hurry. If you can get through the portal, you'll be safe. Вышли. Something's not right here. Что-то здесь не так. It's not lit. Нам нужен свет. Hurry up, Jesse. Давай. Портал. Вот это? Давай. Так, ты там уйдемаешь. Ага, понял. Everyone, get in. Help! Внутри, немедленно. Габриэль! Быстро! Сейчас будет хорошо. Я хочу, чтобы... Есть! Спасибо! Я уже собираюсь. There are so many of them. I can't save them all. I can't stop this by myself. We need to find the others. Others? Zorin's been missing for years. Zorin исчез много лет назад, но не остальных. You must seek them out. Take this amulet. Возьми этот амулет. And guard it with your life. Как зеницу ока. You can do this. Он персия. Как я их найду? You must. How am I supposed to find Magnus Melagard? The amulet will guide you. Амулет тебе подскажет. Иди через портал, а потом... Надо бежать. А, что тут такое, а? Я тебе. Ой-ё. You two, go through the portal and meet up with the others. Stay here and do whatever I can. Делаю, что смогу. Go on, Jesse, go! Get through that portal now! Petra! You've got to go through the portal with us! Sorry, Jesse. This is something I've got to do. If anything happens, I'll meet you guys at the temple. Let go of me! The bubble is too hot. Lucas! Oh no! Кого? Давай её. Потом ей. Thanks, Jesse. Gabriel's still up there! Jesse! Go! Вперед! No! Нет! Быстро! Yes! Ну все, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и всем пока-пока! Пока-пока! И не забывайте, что нас ждут новые серии, потому что игра очень длинная и ждите новых серий. Да, всем пока! Пока-пока! Пока-пока. Ставьте лайк.